Då har vi matchens första mål. Och det är för Lidköping 0-1. Mål gjort av nummer 7, Tobias Fagerström. Passning 25, Aron Gustafsson. Молодцы. Слушай. I sjunde matchminuten reducerar Erofrej. Mål gjort av nummer 6, Denis Shabanov. Thank you.
I 10:e matchminuten tar Linköpings AIK ledningen. Mål gjort av nummer 74, Jakob Höglén, assisterad av 91, Arvid Salegård. Utvisning! Он отвечал.
Полминуты осталось! Thank you.
I 22 matchminuten utjämnar Eurofrej till 2-2, mål gjort av nummer 19 Mark Djurvic, assisterad Dennis Shabanov. Sedan har vi fått en utvisning här på en spelare Eurofrej, nummer 20. Då ersätter nummer 19. Köpen tar ledningen med 2-3, mål gjort av nummer 9, Alexander Herndahl, assisterad av 99, Rolefin. Samma med det som blir även Europej Sundsvalla. Держись, боец. Отличный удар, молодец. Thank you.
Костяныч. I andra matchminuten reducerar och citerar Terokrej till 3-3, mål gjort av 16, som är Iber och citerar Filip Sabanov till 6. Молодцы, давайте, давайте, ребятки, 5 минут. Thank you.
Две минуты добавили! Пацаны, две минуты добавили, две минуты! Då var matchen slut. Vi får tacka båda lagen för en otroligt spännande match. Tacka domarna och lagledare. Och congratulations, LFA, for your third place in this tournament. Även passa på att tacka Lidköpings AIK som har gjort en otroligt bra turnering. Det har varit väldigt kul att spela bandy. Ну что, ребят, вот и подошел к концу чемпионат. Сейчас играется финал. Вы сыграли очень достойно, взяли бронзу. Ваши впечатления, ощущения? Ну, мы довольны тем, что победили и заняли хоть какое-то место. Но могли бы лучше, если бы старались. Да. Первая игра была утром. Ну, не полностью собрались и не подготовились к игре.
Вы сделали какие-то выводы для себя на будущий сезон, скажем так, при условии того, что вы возвращаетесь, будете принимать участие в таком кубке? Что делать, что не делать? Ну, мы, наверное, будем больше тренироваться, и мы поняли то, что шведы очень хорошо играют в пас, и будем стараться делать то же самое. Хорошо. А такой вопрос, по поводу вообще, если сравнить с русским хоккеем, с мячом, и вот с ихним банди, какую-то разницу увидели? Ну, в России больше на скорости, а тут больше на верховых, больше на передаче. У них очень хорошая защита, и домой возвращаются, а у нас совсем по-другому. Совсем по-другому это как? Ну, то есть у нас, допустим, бегут назад только полузащитники и защитники, а нападающие у нас уже впереди остаются, а у них нападающие тоже бегут нападения. Затем у них угловые очень плохо они подают. Очень плохо? Да. В смысле нет хлесткого удара или они как-то... Они очень редко попадают по мячу. Большинство команд. С чем это связано, как считаешь? Ну, может, не отрабатывают удары. Волнение, да. Как по катанию шведы? У них намного лучше катание, чем у нас. Это заметно. Угу. Ясно. Ну что, ребят, молодцы. Поздравляю вас. С бронзой. Не снимай по-рабочему. Молодцы, спасибо, ребят. Здорово. Дай бог, чтобы на самом деле будущий год и через год подобные вещи проходили и возвращались сюда, что международный опыт это очень важно. Спасибо. Ну что ж, поздравляю вас с заслуженной бронзой, хотя могли, конечно же, и повыше, но тем не менее видно было. Да, видно было, что и домашний лед, и разница во времени, и многое что. За вас отвечать не буду. Как? Ощущения, впечатления? Ощущения самые радостные. Надеялись, что, конечно, мы боремся за золото. Но бронза тоже хорошая. Металл, ну, вот, считаю, заслуженно. Заслужили. Да. Конечно, подкосило у вас Костю 12 номера. Было такое. В первой же игре пришлось менять всю тактику, всю, искать решения новые. Ну, более-менее удалось сделать. По вашему мнению, что ваши ребята подчеркнули для себя из подобного турнира? И вообще, вот именно международные такие турниры подобные, что они дают положительного? Положительного? Ну, во-первых, это увидели совсем другую тактику, технику катания, скорее всего, и многому набрались в плане паса, ударов, и, опять же повторюсь, тактик очень много, и в общем, молодцы ребята, я так скажу. Надеемся, что в будущем эта поездка для них сыграет только плюсы, они почувствовали уверенность в себе, благодаря тренеру добились того, чего добились сегодня. Очень рады. Молодцы, еще раз вас поздравляю, здорово. Спасибо. Дай бог через год увидеться здесь же. Спасибо большое.